Приветствую всех на своем канале. В этом видео я буду делать новогодний подсвечник из того, что у меня есть. Это новогодние игрушки и всякая такая вот еще дополнительная дребедень, которая мне понадобится для того, чтобы создать просто красивейший шикарный подсвечник. Что нам для этого понадобится? Естественно, свеча. У меня вот такая вот, не тоненькая и не сильно толстая, с натурального воска. Смотрите, она сама по себе очень красивая. Стаканчик под свечку. Это будет как основа, куда мы будем ставить нашу свечу. Также нам понадобится фольга, чтобы обернуть этот подсвечник. Картон. Я беру картон с под коробки, так как он прочный, хороший. Из него я вырежу круг, где центр я прикреплю этот стаканчик. Естественно, канцелярский нож, чтобы вырезать круг из картона. Также нам понадобится клей, чтобы приклеивать новогодние игрушки и всякую мелочь для того, чтобы сделать очень красивый такой вот подсвечник. Я использую горячий клей-пистолет, вы можете использовать любой другой клей, хороший, прочный, например, как клей-момент. В первую очередь я займусь стаканчиком. Я его немного укорочу. То есть отрежу лишнюю верхнюю часть, верхушку, нам она не нужна. И сделаю форму, которая больше будет подходить под нашу свечу. Так, потом вырежу из картона круг. И все это я обклею фольгой. Так как фольга очень шумная, я сделаю это все за кадром. И вы будете наблюдать, как происходит сам весь процесс. Ну что, поехали! На видео видно, что я уже все подготовила. Я вырезала круг из картона, обклеила его фольгой. То же самое я сделала со стаканчиком. После я его приклеила по центру и стала приклеивать новогодние игрушки, которые выбрала для своего подсвечника. В свой новогодний подсвечник я решила добавить необычную еще одну елочную игрушку. Она станет центром моего подсвечника. Это то ли звезда, то ли снежинка или цветок, но очень красиво она переливается, блестит и будет еще больше украшать мой подсвечник. Thank you.
Мой подсвечник почти готов. Остались последние штрихи. И что характерно, в этот подсвечник можно ставить не только толстую свечу, но и тонкие свечи. А чтобы они стояли плотно, хорошо на месте, просто в стаканчик можно насыпать какого-то зерна, пшена или же риса и втыкнуть туда свечку тонкую, и она будет также замечательно стоять, как и толстая свеча. Смотрите, какая в итоге красота получилась. Это просто шикарнейший подсвечник. Это просто, у меня нет слов. Я очень довольна результатом. Смотрите, какая красота. Покажу вам поближе. Так, смотрите. Вот наша прелесть вся блестит, переблёстывает. Я еще второй ряд проложила из таких золотистых бусинок. На ребро положила, где видна была фольга. Потому что мне не понравилось, что фольга была видна. И я закрыла ней еще рядом одним таких золотистых бусинок. И довольно-таки получилось неплохо. Также я разрезала эти бусинки, ленточку эту из бусин. И их везде вот так вот приклеила возле шариков, между шариками. Очень красиво получилось. Вообще сочетание синее с золотым очень красиво смотрится. Особенно я люблю синий цвет, а с золотым это просто как-то очень дорого и богато. Просто шикарно смотрится. И оно так все блестит, так красиво вообще. Смотрите, между щелями, между шариками, здесь везде, где виднелась фольга, я вот добавила этот дождик. Видите, тоже посадила его на клей. Теперь он у нас все красивенько закрывает. Остались еще ниточки от клея, я их уберу, их не будет видно. И вот такая вот красота получилась в итоге. Здесь у нас фольга шелестит. Смотрите, очень красиво. И причем будет красиво со всех сторон. Я планирую этот подсвечник ставить по центру на праздничный стол. То есть на праздники, новогодние праздники, Рождество, чтобы он украшал стол. Ну а дальше он будет мне стоять на самом видном месте, где бы его было видно со всех сторон. Очень красивый, очень шикарный. Вообще, я очень довольна результатом. Так что пробуйте. Надеюсь, это видео вам было полезным, что оно вам понравилось. И вы вдохновились сделать тоже такой вот красивый подсвечник, а может еще и лучше. Если вы не видели еще мои видео, как сделать снеговик за полдвижения или елочку-красавицу из того, что у вас есть, обязательно смотрите, я оставлю ссылочку в описании под видео. А также в конце этого видео будут ссылочки на плейлисты, где вы тоже можете для себя что-то найти интересное. Там будут и в плейлистах эти видео новогодние разные поделки. Из подручных средств, из соленого теста, из того, что у вас есть под рукой. На этом все, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Буду вас рада видеть в подписчиках. Так что увидимся, до новых встреч, пока-пока!
Thank you.